Доброе утро. Несколько дней у меня было на то, чтобы поразмышлять, вспомнить, как-то восстановить в памяти. Я, конечно, не все помню, что приходило мне в голову, или что мной руководило, или что мной мотивировало. Но чем дальше я сам погружаюсь в чтение этой новеллы, я понимаю, что тогда, 94-98 год, вот, несмотря на то, что она настолько краткая проза, она долго писалась. Мы это с вами уже обсуждали на прошлом чтении. И я нахожусь в таких двух состояниях. Вот я думаю, с одной стороны, ведь чтиво или литература, они подразумевают отношения автора, читателя один на один. То есть я беру книгу, читаю, получаю эмоцию. Зачем эти долгие разъяснения? Зачем эти копания в словах, это слово оттуда, это из этой истории, а это надо вообще это кому-то? Но потом я вспоминаю о сложной литературе, о том, что кому-то, наверное, надо, и если даже есть один человек, которому это нужно, я вот для этого одного человека это и делаю. Потому что я четко отдаю себе понимание, что для многих людей, которые будут смотреть это видео, я какой-то такой шут, паяц. Ну, в какой-то мере так оно и есть. Итак, мы с вами остановились на моменте, когда Лючия Каэтану, когда, ну, то есть это Адам Кадмон, которому я
придаю такой зеркально-дуальный вид. Они встречают рыбака по имени Сомнение, то есть Творца миров. Он нарекает им имена. И они приобретают слово «аминь», «амейн», что обозначает «да будет так, свершилось», венчает нечто. В книге вы увидите некоторые слова, написанные большим шрифтом. Вот я поднесу, например, вот «озеро размышлений», да? Не знаю, видно или не видно, потому что что у нас случилось с оборудованием у моего сына. С головой и с ответственностью. Я не вижу просто, что вы видите, но дело такое. Они написаны в одно слово большим шрифтом, крупным. То есть я подчеркиваю, что этого слова не существует в принципе. Это что-то, что еще не имеет значения, или не в смысле значимости, а в смысле понимания. Здесь, да, вот в этом моменте. Но на некоторые слова обращаю внимание, потому что это строит внутренний мир героев и восприятие тебя как читателя, твое восприятие. И вот мы познакомились с одним героем, то есть так как мы с вами, как со студентами Литинститута, разбираем произведение, то мы понимаем, что мы познакомились с одной частью человека, вот с этим его альтер-эго, эго. Кто из них эго, мы так и не поймем, потому что в сюжете потом они смешиваются, но, безусловно, они в итоге стремятся к тому, чтобы стать одним, единым целым. Помните основную идею: для того, чтобы найти любовь, необходимо найти себя, принять себя. Причем себя же нужно принять не только таким, знаете, вот каким-то пионерски позитивным. Или там флегматично релаксирующим, или все на свете оценивающим таким вот. Потому что есть такие люди, которые только так вот, они выглядывают из себя, смотрят за кем-то и судят, суждения, оценки, это правильно, это неправильно, прибегают к источникам, авторитетам, сравнивают, блядь, понимаете? И я таким был. Больше не бываю. Ну, по крайней мере, пока. Вот для таких людей мне точно не хотелось бы читать. Но интернет-пространство свободное, потому Лючо. Хорошо, что он спит.
— подумал Лючо, выходя из дома. «Я не люблю, когда он мучает меня своими вопросами. Не потому, что я не люблю его вопросы. Просто у него всегда на любой вопрос уже есть ответ, и часто не совпадающий с моим». Лючо улыбнулся. «Вот я и молчу, чтобы его не расстраивать. А он думает, что я его не уважаю, и молчу именно поэтому, выражая тем самым свое неуважение. И он сам, съедая себя несуществующими и не имеющими почвы и смысла обидами, жутко при этом злится. Но, несмотря ни на что, нет и не может быть на всем острове и на всех других островах человека ближе и роднее, чем мой брат, мой друг, мой Каэтана. Я бы хотел уметь летать или плавать, как рыба, быстро и далеко. Как бы мне хотелось уйти, улететь, уплыть подальше от здешних мест. Но куда? Да и зачем?» Лючо подошел к озеру. Рыбак стоял на берегу и уже забрасывал сети. Он, не обращая на рыбака никакого внимания, сбросил одежду и вошел в воду. Лег на спину и поплыл. В его глазах отражалось утреннее небо, которое было пока еще совсем близким. Воздух был влажным, и моментами Лючо боялся, что он захлебнется им. Ему нравилось лежать на спине. Он считал, что в своей жизни должен больше смотреть вверх, чем вперед, и не бояться упасть. Ведь падаешь лишь тогда, когда боишься. Лючо любил наблюдать за островом, слушать его дыхание, его музыку, угадывать его мысли. Наблюдая за островом, он становился частью всего и всем сразу. Он был легким листиком на дереве и сухой ветвью, рыбой в море и лесным жителем. В эти моменты он был почти счастливым. Только вот в этой мозаике чего-то не хватало. Вот смотрите, у нас с вами с начала романа два героя, появляется третий и автор, да? То есть 3-4 точки зрения. 4 реперных точки, от которых мы вот отталкиваемся, когда наблюдаем за процессом, который там происходит. Безусловно, конфликт этих братьев – это конфликт Каина и Авеля, это конфликт Иосифа и его братьев. Это такая какая-то протобиблейская история. Это, говоря современным языком, тестовая версия творения 2, где уже программы заложены, где уже нечто присутствует и существует, нечто, что и является отождествлением нас, людей, как людей, со всеми нашими плюсами, полюсами, минусами и минусами. Я противопоставляю их друг другу. При этом от допотопных и берешитных изначальных Каина и Авеля, которые вступают в конфликт, и в принципе у них нет никакой привязанности друг к другу, они постоянные конкуренты, до момента, когда мы, ну, например, вспомним историю Иосифа, где братья продали его в Египет, и все, то есть стоило бы ненавидеть, но нет, они встречаются, рыдают, плачут, испытывают чувство вины. То есть, конечно, я вот в этом своем подростково, но уже очень осознанном возрасте и размышляя,
и стараясь впихнуть в эту маленькую новеллу все, что меня беспокоит, и все, что я знаю, безусловно, и, как оказалось, чего я не знаю тоже, я как-то ухитряюсь туда поместить. Потому что здесь вот два этих антагониста, которые являются, на самом деле, это такой монохорт, это единый человек, они испытывают разные чувства друг к другу. Ну, то есть, я могу испытывать разные чувства к себе. Когда мне кто-то говорит о постоянном позитиве, о бесконечной любви к себе и окружающему миру, мне хочется стукнуть этого человека по голове палкой. Прямо так, чтобы он очнулся. Понимаете, о чем я? На многие моменты можно останавливаться, обращать внимание. Вот я обещал вам иллюстрации, да, вот здесь иллюстрация, где мы видим изображенным время в виде танцующей женщины. Она держит кувшин. Такой женщины ангела, и из одного кувшина вода переливается в другой кувшин. И это как раз та самая тайна Лючо. В его протопамяти он из этих двух половинок Адама Кадмона, он та половинка, которая не стремится осознать все секреты и тайны мира, а стремится к любви. Место силы. Я люблю приходить сюда. Здесь, у подножья горы, земля рождает ручей, который, как мы понимали, и дарил жизнь нашему острову. Сегодня это место для меня особенно красиво. Сегодня мне приснилось, что мы с братом покинем остров. Я точно знаю, что этот сон сбудется. Я пришел проститься. Всегда, когда я приходил сюда, мне становилось легче. Наблюдая за водой, однажды я понял, что ручей – это одно из величайших чудес нашего острова и всех других островов, если они существуют. Он вроде бы всегда тот же ручей, вчера и сегодня одинаковый, но нет. Русло тоже, но вода в нем меняется каждое мгновение. Мне так хочется, чтобы в моей жизни настали перемены. Перемены, которые сделают меня и Лючо счастливыми, которые дадут нам новые ощущения и впечатления. Жизнь немыслима без нового, а чрезмерная стабильность подобна смерти. Вот появляется первое упоминание слова «смерть» в размышлениях Лючо, который, в отличие от предыдущей страницы, это маленькая главка, он от первого лица вещает, ну, как бы сам с собой разговаривая, а здесь, в следующей главе, мы понимаем, что это обращение Лючо прямо вот напрямую к читателю, то есть это переход от общего обращения к конкретной личности. И вот это место, которое, место силы, да, место силы, которое есть у каждого человека, его место силы. Ищет он его, не ищет, найдет, не найдет. Да, у кого-то место силы – это сейф, у кого-то холодильник, и это нормально. А у кого-то это дерево во дворе, у кого-то это гора Шаста в Калифорнии, у кого-то это Пипиван в Карпатах, у кого-то это Лантан Клеру и озеро Гусайкунда. Мир огромен.
количество людей огромно. Но эта книга, эта новелла, она как раз таки о том, что мы все одно, мы все часть чего-то одного большого и целого, хотя каждый из нас при этом является личностью, хранящей в себе еще огромное количество субличностей. Понимаешь? И вот заканчивается глава словом «смерть», и внимательный читатель, или скорее следователь, он обратит внимание на то, что вот она. Выделенным шрифтом появляется, то есть в них есть знание о том, что жизнь, она не бесконечна. Несмотря на то, что я описываю как бы подростков, да, это какие-то там 15-19, вот что-то такое лет. Но вспомним себя, какое-то раннее детство и ощущение бесконечности, ощущение вечной жизни. И вот подростковый возраст, мы узнаем об этом каким-то опытным, эмпирическим путем, и нам кажется, да, мы увидели там смерть какой-то двоюродной бабушки, мы были на похоронах, или о чем-то нам сказали, или, не дай бог, умер кто-то из друзей. Вот у меня, например, первая смерть, с которой я столкнулся, это был мой дядя, а первая смерть, с которой я столкнулся из таких вот личных моих знакомых, это был мой одноклассник, мне было совсем немного лет, и это был для меня шок. И от слова «смерть», из предложения «чрезмерная стабильность подобна смерти», мы переходим к слову «вина». Я люблю слушать прибой. Он говорит со мной. Сидя здесь, на берегу, я ловлю песни и слова моря. Иногда я представляю себе огромные дома, которые плывут по воде. И для красоты к высоким палкам привязаны белые полотна. Они надуваются ветром и украшают водяной дом. Однажды во сне я видел такой дом, только вот Каэтана не рассказывал. Он опять будет волноваться и переживать из-за меня. Не хочу, чтобы он переживал. Мне от этого нестерпимо плохо. Я не могу ни думать, ни плавать, ни даже выпускать рыбу. Он подолгу молчит, не роняя ни слова. Я пытаюсь веселить, извиняться, спрашивать о чем-то. Но ничего не помогает. А потом он говорит, что я слишком много извиняюсь, и мои извинения перестали иметь силу. Может, он прав, я недостаточно добр к нему. Но как он не понимает? Кроме моих снов и мечтаний, он самый важный для меня. Красивее водяного дома только моя тайна. Ну, безусловно, здесь Лючо просветленный, вы помните, да, что Люций свет, Лючо просветленный. И что интересно, Люцифер это тоже несущий свет. И на это я намекаю в этой новелле, и не просто намекаю, а конкретно потому так и называю этого героя. То есть он имеет разные перспективы, и мы это дальше с вами поймем. Он в этой своей протопамяти, потому что мы понимаем, что был уже вот весь наш существующий мир, и он уничтожен. Вот в пространстве творения, среди неразрушенных еще сферот, построен остров, куда творец миров в образе рыбака приходит и наблюдает за мужчиной и женщиной, которых разделил, да? Мужчину разделил и отправил на остров, а женщин, как вы помните, если вы слушали меня уже, а если не слушали, то я вам сейчас об этом говорю. А женщин поместил в какое-то поле, окруженное скалами, то есть это пространство, откуда нет выхода, и они такие, как будто, как ежики в тумане. Да? Вот.
И вот в этой своей протопамяти он вспоминает корабли, которые плывут по морю. И обратите внимание, я называю это место озеро моих размышлений. Да, одним словом, то есть это определение, озеро моих размышлений. И каждый из героев говорит то море. Я не помню, слово «океан» я, кажется, не использовал, но в этом тоже есть смысл. Бесконечная вода, она огромная. Да, это озеро, это вся Вселенная, и этот островок, это все, что осталось. И, в общем-то, если они не справляются, то, возможно, план творения 2.0, а может, это уже 3.0, ну, не имеет смысла с участием человека. И вот здесь опять этот антагонизм, противопоставление себя внутри, и я хорошо к себе отношусь, или я плохо к себе отношусь, вот ты на себя посмотри. То так, то это, как нас качает, это качели какие-то постоянные. Нет, все хорошо, все правильно, все в порядке. Ох, нет, это не так, все не так. И мы уничтожаем себя. Но это процесс. Просто всегда нужно помнить порог боли, он может быть очень высок. И в какой-то момент, если ты не поймаешь себя на этом причинении боли самому себе, ты можешь не заметить, как все, что есть ты, просто будет стерто. Ну, наверное, достаточно чтения на сегодня, мне кажется. Ну, вот по моему такому эмоциональному ощущению, потому что следующая глава. Она еще и связана с одним очень важным для меня человеком, уже ныне покойным, о котором я хотел тоже рассказать. Это о поэте. Вот, но расскажу я об этом в следующий раз. Что бы я вам порекомендовал? Вот, я знаю, что среди моих слушателей есть люди, которым это крайне важно, и они мне зададут этот вопрос в личных сообщениях, позвонят мне и будут мне капать на мозги и переспрашивать. Лучше я капну им сам прямо отсюда и сейчас. Что почитать, посмотреть, в чем есть смысл, да, чтобы это было интереснее слушать и читать. Это ветхозаветная история Каина и Авеля, это ветхозаветная история Ноя, это ветхозаветная история Иосифа. Это китайско-японская мифология птица Пен. Это взаимоотношения и появление вот в этой восточной философии некоего понимания, понятия и понимания того, что все может быть уничтожено вот полетом одной птицы, где появляется суждение, я уже не помню сейчас, какой это век, вот, и это один из моих любимых китайских философов с незабываемым именем Хуй Ши, понимаете меня, вводит парадоксальные фразы, и появляется парадоксальная философия, где мы можем вспомнить такие фразы, как «тень от летящей птицы не двигалась», где мы можем вспомнить такие фразы, как «в яйце есть перья» и что-то там еще. Чтобы еще такое посмотреть, чтобы это было интересно слушать в следующий раз. Ну и, конечно, здесь
Конфуций и Лао Цзы, Дао Дэ Цзин. Дао – путь, Дао Дэ Цзин – такое, ну, все знаете, такое учение. Предваряю следующий день чтения, завтрашний, ну, не завтрашний, да, условно завтрашний. Я вам прочту одно стихотворение того поэта, о котором я буду говорить завтра и о котором вспомню. Ну, традиционно. Опомнитесь, нам слишком страшно ссориться. Наш час уже до сумерек оструган. Змеиные клубки плетет бессонница, и тайно плачут души друг по другу. Не по карману роскошь отчуждения, не по карману гнев слепой и дикий. А если завтра вместо друга тень его, как мы забьемся в виноватом крике, как мы зальемся в судорогах совести, и боль сотрет случайные изъяны. Опомнитесь, нам слишком поздно ссориться, мы слишком долго пробыли друзьями. Шаббат шалом, намасте.